Так, всем привет! Приветствую на канале Gunsman Life. Хочу представить вам 410-ю Сайгу. Вот такого она вида, типа. Закрыл ее по лицензии. На приобретение оставался там месяц. Купил ее за 3000 рублей. Деревянную цевью поставил, покрасил. Магазин купил. Ручка у меня была. Покрасил приклад. Купил целик старый спиленный. Не откручен, а именно спиленный. Потому что сквозное отверстие будет. Потом купил целик и сужение с парадоксом. Сейчас отстреляю, посмотрю, скажу, что там работает. Нет, еще поставил армаконовская такую ручку. Посмотрим, как она себя ведет. Ладно, отстреляемся, скажем. Итак, попадание с 30-35 метров есть. Довольно неплохо целик стоит. Это зависит от пуль еще. То есть касочка, да, частями-то рикошетом она держит. Стрелял с Барнаулом. Вот. Сейчас постреляем тех кримом стриж. Видео нету, потому что я не взял с собой ни хера. Кстати, еще вот наушнички. Вообще работают шикарно. Пойдемте смотреть. Из 10 два промаха всего лишь было. Вот что осталось от касочки.